Итак, всем привет, друзья! Вы на канале Виконста. Ребята, мы продолжаем мощную серию выпусков «Донецк от первого лица». Сегодня на обзоре у меня один из авторынков, так назовем, небольшой, но здесь есть на что посмотреть. Приехали, ребята, мы сегодня показывать вам машины. Машины, которые продают в городе Донецке. Получилось у меня вам показать, к примеру, одни из машин. То есть, смотрите, Hyundai Sonata, объем 2.4, пробег 93 тысячи. Цена 8000 долларов. То есть, смотрите, как бы, какое у нее состояние. Кожаный салон. Коробка у нас автомат, шестиступенчатая, гидротрансформатор. Хороший мультимедийный дисплей. В принципе, что здесь еще есть из плюшек? Кнопочка отключения ESP. Здесь, я так понял, открыть лючок люка бензобака. Ну и багажник. В принципе, что касается салона, на пробег 93 тысячи, не знаю, это скорее всего, что кожа, ну, выглядит она в хорошем состоянии. Здесь немножко затертая, ну, вы извините меня, пробег 93 тысячи. А так, конечно, посадка хорошая, с моим ростом 1,90 м. Ну, я считаю, нормально. В принципе, по высоте, ну, практически достаю. Ну, немножко можно будет, думаю, сиденье опустить, и будет все огонь. Так, руль у нас, в принципе, не затертый. Здесь у нас электрическая регулировка сидений. Так, еще интересный вопрос. Посмотреть багажник. Что там за багажник у нас? Так. То есть, я так, в принципе, покажу вам некоторые из моментов. Вот здесь сиденье. Задний диван очень большой, широкий. В принципе, до сидушки я сижу сам за собой, то, в принципе, место есть. Ну, это так, я, в принципе, один пример покажу. Кстати, есть преднатяжители ремней. Есть подлокотник. Потихонечку переквалифицируемся в обзорщиков машин. Так, ну, в принципе, место здесь, ну, так себе. Это единственное, что опуститься немного и... Но мы потом еще в другой класс сядем. В принципе, посадка хорошая. Здесь багажник у нас. О, багажник тут большой. О, тут еще сабвуфер есть. Так, здесь у нас коврик. Скорее всего, что докатка. Да, докатка, так и есть. Ну, вот это у нас первая машина. В принципе, цена 8000. Что касается остальных, давайте какой-то покажу я вам внедорожник. В принципе, седан. Volkswagen Passat BE по классу такой же самый, как и Hyundai Sonata. Здесь, к примеру, двигатель 1.8 турбо, пробег 64 тысячи, цена 9900. Возможен обмен на авто. Здесь у нас Jetta Sport. Но здесь машинка будет кушать немножко побольше, тем более 1.8 турбо. Цена 11200. Также здесь немножко подешевле есть машины. Механика Opel Zafira B 6700. Volkswagen Passat CC. Здесь у нас 8500, 2011 год. А ну. О, здесь посадка, конечно, у немцев немножко отличается, чем от корейцев. Ты чувствуешь себя ниже. Здесь что у нас есть? Спорт режим. Ну, климат-контроль двухзонный, пробег 87094. Но у меня в Пассате немножко получше здесь находиться. Ну, немцы есть немцы. Подлокотник здесь у нас, кожаные сиденья с перфорацией, бардачок. Коврики у нас ворсяные. Ну, я так понял, у них приблизительно та же самая комплектация вместе, как и с Sonata. Единственное, что здесь есть кнопка старт-стоп. То есть вы ключик сюда где-то вкинули и погнали. Электронный ручник, отключение ESP. Давайте сзади присядем, покажу я вам. О, здесь, мне кажется, места немножко меньше. Смотрите, то есть я уже упираюсь коленями. Ну, с моим ростом только внедорожник можно садиться, и не будет проблем. Единственное, что вот так сидеть.
Ну и на заднем сиденье так и должны люди сидеть. Ну, здесь у нас есть подстаканники, ниши для всяких приколов. Ну и подлокотник. Так, ну что, ребята, покажем вам багажник еще. Здесь немножко посадка чуть-чуть другая. Так, открываем багажник. Все здесь электронное. В принципе, ничем не отличается. Здесь у нас полноразмерное колесо. Y0 турбо. Так, что у нас здесь? Mercedes. Вот здесь немножко он подешевле. 4700, объем 1.6, бензиновый. Вот так, ребята, в принципе, я покажу вам внешне, как выглядят эти машины. Ну, хотя здесь место как раз, наверное, для меня. Смотрите, даже если я буду здесь присаживаться, вот это где место. Смотрите, расстояние. Ну, здесь в основном, наверное, значит, для перевоза каких-то не сильно крупных, но товаров либо грузов. То есть заднее сиденье вы можете сложить и здесь погрузить. Здесь очень хорошая высота загрузки. Так, здесь у нас немцы тоже аккуратненько все сделаны. Lexus, Honda. А здесь автомобиль отложен. Автомобиль уже куплен. Здесь Opel 5300. Вы же просили меня, что ты нам не показываешь автосалоны. Ну вот, ребята. О, Toyota Prius. Гибрид. Пробег 25 тысяч, 19 300. О, смотрите. Японцы. О, тут уже, конечно, видно, что машина недавно только с салона. Во-первых, и по дисплею видно. Необычно. В принципе, на торпеде всегда здесь у меня спидометр. А здесь, смотрите, как бы все в центре и в консоли. КПП, переключение здесь. Назад, нейтралка, движение. Ну, как-то непривычно. Здесь тоже бесключевой доступ. Климат-контроль, доводчики стекол. Ну, вот как-то так. Так, ребята, надо еще вам пойти показать какой-то внедорожник. Потому что... О, Camry XSE. Вот это аппарат. Интересно, у него двигатель 2.5, наверное. Да, 2.5, 5000 километров пробег, автомат 8-ступенчатый, 25900. Вот это, конечно, аппаратик такой посерьезней. Помощнее всех остальных. Ну, здесь обвес. Я видел, кстати, Toyota в обвес. Там очень много сделали. О, тут, конечно, посадка классная. Че, японцы? И если сравнить корейцы и японцы, то, конечно же, японцы. Так, ну, у нас здесь мультимедиа заряженная. 8-ступенчатый автомат. Я думаю, наваливает она нормально. Электронный ручник. Здесь у нас бардачок. Акустика JBL. Ну, я думаю, здесь 8 или 10 подушек безопасности, так как комплектация здесь серьезная. Плюс еще красные кожаные сиденья с перфорацией, вентилируемые. Да, ребята, вот это вещь. Ну и в Тойотах, я вам скажу, очень хороший и большой багажник. Ну, сейчас мы туда пойдем. Так, давайте откроем багажник. Тут все электронное. Аккуратно. Так, давайте сзади я за собой сяду. Но тут дело в том, что сидушка отодвинута прям назад хорошо. И вот смотрите, посадка, уже я не упираюсь головой. То есть изначально, как я только садился, и возможность хорошей посадки. То есть дверной проем широкий. Так, давайте я вам багажник еще покажу. Сделаю вам такой небольшой обзор. Здесь у нас камера заднего вида. Ой, большой багажничек. Так, здесь у нас инструменты.
И плюс еще докатка. Так, закрываем все. Так, что у нас здесь еще? Ну, тут Ford, Opel. Кстати, Opel, это Vectra. Да, 2006 год, 2,2 бензин, пробег 120 тысяч. Цена 7 тысяч долларов. О, а здесь уже стоят у нас внедорожники. Мне вот этот Mitsubishi Outlander нравится. 2016 год, пробег 47 тысяч. Полный привод, 7-местный, 16500. Здесь уже для таких поболее дядек, смотрите, тут высота, какая проема. Видно, что новенькие еще, тем более есть кнопочка Эко-мод. Что у нас тут? Климат-контроль, понижайка. Интересно, блокировка здесь есть? Да, вот. Блокировка здесь есть. Ручник у нас обычный. Здесь он семиместный. Ну, сейчас мы туда пройдемся, я вам покажу. Конечно, это уже сарай немножко побольше. Приятно, когда есть возможность посидеть, сравнить с чем-то. Там какие-то машины. В принципе, что, пришли, деньги есть, и покупайте. О, ну тут и посадка, смотрите. Он, во-первых, высокий, и это ж уже не седан. Большие хорошие сиденья. Еще нравится боковая поддержка вот эта. И здесь еще есть, ну это так, для карликов. Место для того, чтобы могли здесь кто-то усесться. Ну, можно этот задний диван вообще сложить и туда нагрузить побольше вещей. В принципе, там сидеть это так, одно слово. Ну, видите. А так, конечно, аппарат прикольный. Ну, здесь тоже Outlander, может быть, другая комплектация стоит. Здесь цена 22 900, пробег 16 тысяч. Ну, наверное, чем-то они отличаются. Так, здесь Toyota, Honda, CR-V, Mitsubishi, Lexus. 3,5, 88 тысяч. Цена 17500. Так, а ну, чем тут Леня нас удивит? Так, ну первое что? Это неудобная панорамная крыша. Это так мы назовем ее. Люк. Это не крыша, а люк. Единственное, что, наверное, можно здесь опустить сиденье. Ага, спинка и сиденье. Вот, смотрите, уезжает потихонечку. И мы немножко подвинемся. О, вот так-то получше. Ну, видимо, какой-то невысокий человек здесь раньше сидел. Вот эта вот панель. Торпеда. Так, здесь что у нас? Ну, тут место до хрена. Поэтому что тут даже можно и не присаживаться. Lexus есть Lexus. Ребята, ну что, на этой прекрасной ноте будем завершать этот видеоролик. Сегодня я вам показал один из авторынков, ну или автосалонов, так назовем, по продаже БУ машин. В общем, кому понравился этот видеоролик, ставим палец вверх. Как всегда, с вас абсолютно любые креативные комментарии. С вами на канале был Виконста. Пока-пока!